мы решили собрать плоды на анализ, чтобы сделать биохимический анализ плодов всех интродуцированных сортов, которые находятся в данный момент на испытании в саду Валерия Константиновича. Хотим сравнить их с показателями тех же самых сортов, но в более южных территориях, в Крыму, в Ростовской области. То есть информация есть о количестве накопленных сахаров, о количестве кислот, определим сухое вещество, ну еще там ряд параметров, каротиноиды определим, для того, чтобы сравнить, влияет ли местоположение сада и место произрастания на накопление этих полезных веществ, витаминов, витамин С в основном проверяется, ну и особенно на количество сахаров. Влияют ли климатические условия на накопление сахаров, ну и так далее. И сравним потом, это же научная работа. Интересно проверить, эксперимент. Ладно, так. Скажите, пожалуйста, если бы я разговаривал бы с учеными, они бы даже бы... Я собираюсь, так сказать, устроить сюрприз. Итак, я вам вручаю большое количество косточек вишни, в скобках с генами черешни. А дальше продолжайте. Что? Вы на стороне науки, ну и что, и ничего, или... Ну и, конечно, на стороне науки и на стороне эксперимента. Я-то думаю, что мои коллеги из Центральной России должны с удовольствием воспользоваться этим опытом. Нет, опытом. Меня интересует, конечно, вот вы посеяли 200 косточек вишни. Так. Допустим, они взошли. Так. Из них на 10 или на 40 будут листья черешни, как в Калининграде получилось. Так. Готовы этим заниматься? Буду. Так, ладно. А дальше-то что? Ну как дальше что? Если это действительно все оправдается, мы можем передать эти сорта на сортоиспытания, на госсортсеть. Если все будет успешно, можно получить патент на какой-нибудь сорт. Можно стать оригинатором сорта нового, а уже потом, после того, как пройдет государственное испытание, его можно будет рекомендовать не просто любителям-садоводам, но и в промышленном садоводстве. Причем испытать можно по разным зонам, и в нашей зоне садоводства, и по югу края, и по лесостепи, но и в более северные районы их можно будет рекомендовать. Но это, конечно, дело нескольких лет. Нужно попробовать. Я считаю, что у этого есть большое будущее. Так, ладно. Теперь это следующий момент. Он заключается в том, что мы с вами сегодня, я вас угощал сливой. Необычайный вкус, да? Очень вкусный. А знаете, бывает чему? Это последнее умирающее дерево, последнее умирающее дерево, привито на абрикосе. Угу. Ага, не как привитый на абрикос. Это интересно. Вот. Ну, интересно, а дальше-то что? Ну, надо попробовать сохранить его, если оно последнее дерево. Да кто будет сохранить? Сохранить, ну и размножить по возможности. Оно попало в тень огромным абрикосом, и шансов у него ноль. Перенести, значит, на более светлое кто место. Кто будет переносить? Сергей не до этого. Значит, я буду переносить. А как еще? Ладно. И... А еще у меня есть чернослив на абрикосе. Он единственное дерево. Помрет все. Потеряно будет. Значит, мы будем лет. Давать ему помереть. Это второе и последнее постараюсь. Поколение перенес чернослив, полученный Чернышовой из Саратова. Последнее дерево ему скоро 30 лет. Я вам покажу. На нем плоды есть, я забыл. Мы ни разу к нему не подошли. Мы вообще ни разу. Значит, так. Надо и его... И второе поколение привито на... Абрикос. Интересно. Вот. Интересно. Тоже у меня уже все руки опускаются, сил нет. А дальше нет. Что? Я вам показывал, собираюсь выпилить два абрикоса. Привитых. Вот это вообще жалко. Привет. Жалко, к сожалению, что они вот в такой они тесноте тоже попали, оказались. Они не выдержали конкуренции.
их задавили эти амуры мощнючие, да? А серафимы на это, они полезли не вверх, а у них структура такая, они полезли вширь. В сторону, и да. Они, и потеряли полностью все это, солнце потеряли. Вот. Они изменились полностью, я потом, это отдельная тема, там покажу фотографии, слюни будут до пола. Изменилась вот. И форма, изменился и размер, и даже окраска. И что дальше? Меняется. Я этих купилец собрался. У них шансов нет. Никому не нужны. Дайте мне. Вы не потянете. Ну, пока еще есть силы, надо пробовать. Если уж совсем костьми ляжем, тогда скажем, что не получилось. Еще у меня таких примеров десяток. Вот. Персики на Вольце Вишне. Единственное дерево. Опять единственное. Ну, надо сделать так, чтобы не единственное было. Как только. Надо переносить в более лучшие условия. Да. Ну что, грустно, мы заканчиваем как-то? Или наоборот, это оптимизм? Мне кажется, это оптимизм. Наоборот, не надо расстраиваться. Так. Тем более те, кто нас вон смотрят, я думаю, это наши сторонники. Угу. И с ними-то мы можем своими успехами поделиться. Так. Может, кто-нибудь из наших зрителей захочет и поможет нам, тогда еще будет легче. Ну, тогда пусть будет оптимистическая нота. Сейчас уже мы достаточно поговорили. Антон Валерьевич, если нас слышно, давайте перейдем на вопросы-ответы. Пока вы будете это, она пойдет свое варенье из абрикосов помешать, да? Ладно.